Последние числа декабря Пенсионный фонд проавансирует выплаты за выходные, праздничные дни досрочно. Об этом рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда России. С учетом того, что у нас в Тверской области доставка пенсии, ну, в частности, Почты России, производится с 3 числа, то доставка будет происходить по действующему графику. То есть мы проавансируем эту выплату для Почты России, да, в увеличенном, в новом размере. И они уже, начиная с 3 числа, не дожидаясь окончания праздничных дней, уже начнут осуществлять доставку.